Привет из Нью-Йорка. Из Майами, привет. Какого Нью-Йорка? Я на автопилоте сказал. Сейчас идем на пляж. Смотрите, какие пальмы. Тут иногда встречаются зеленые попугайчики. Они такие огромные, такие прикольные. Вон там Майами Бич находится. И сейчас мы с вами туда идем. Сначала мы подождем белый сигнал светофора. Потому что мы приличные люди. Смотрите, какие машины прикольные. Ни одной девятки или копейки. Ну, вот тут машины тоже стоят. В Америке очень удобно. Улицы и Эвеню пронумерованы многие. 69-я, 72-я, стрит, 5-я Эвеню. Очень удобно. Погода очень хорошая. Идем загорать. Сейчас перейдем дорогу. Что сказать? Отдыхать хорошо? Хорошо отдыхать еще лучше. Когда у тебя отпуск оплачиваемый. Я работаю в госпитале. Стерилизующий техник, стерильный технишен. Мы обрабатываем хирургические инструменты. Подготавливаем их к операции. Стерилизуем и не только хирургические инструменты. Много что, большой функционал. И у меня есть и отпуск, и страховка, insurance, пенсия есть, пенсионная программа. Ну, то есть, неплохо. А вот теперь мы с вами идем. Смотрите, какие кокосы. Я, короче, не буду под ними идти. Как-то неохота. И вот он уже пляж. От отеля буквально 5 минут пешочком. Ну, может быть, 7. Я тут когда-то раньше бегал. Я знаю эту эрию. Этот район. Я когда так говорю, сразу вспоминаю, смотря какой фабрик. Помните, эта женщина в знаменитом ролике? Многие так общаются, которые живут в США. Вот, видите, тут вот можно помыться, и дальше вот уже все, океан. Ну, здесь люди песок себя смывают. Тут всякие ящерки, игуаны, птички. Сейчас к морю подойдем. Я море покажу, поснимаю. Тут вот заросли всякие. Песочек он какой хороший. Пойдемте. Дальше. Все, вот он, океан. Атлантический океан. Майами Бич. Пляж Майами. Знаменитое место. Классно, да? Это охрана проезжает. Наверное, или кто это? А, нет, или кто это? Или работники у них. Вон бак стоит с инструментами. Я извиняюсь. Короче, я не разбираюсь, кто тут проехал. Ладно. Сейчас вам покажу немножко океан и закруглимся. Пойдем сейчас вам океан покажу. Смотрите, как классно. Люди счастливые. Я сейчас купаться пойду. Я уже кремом натерся. Ой-ой-ой-ой. А, не, мне снимать ничего не надо, так что нормально. Можно мочиться. Надо было обувь не мочить. Зря я. Здесь камней нет. Я тупанул. Ладно. С вами был Васек из Нью-Йорка и поход на пляж. Сейчас пойду раздеваться, фоткаться, купаться. Всем хорошего дня. Привет с Майами. С вами был Вася из Майами. Все время теперь путаюсь.